Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, у тебя всегда будет суперское настроение! Всем здарова, ребята, с вами по-прежнему Оверифуни, и добро пожаловать в игрушку под названием Paint the Town Red! Всем здорово, дорогие друзья! Ну что ж, в общем, ребят, проснулись мы с Андрюхой вот в этой кровати вдвоем, в одежде. Все было замечательно, и потом, ребят, мы посмотрели по сторонам и поняли, нас SCP-фонд отправил на какой-то страшный эксперимент с какими-то новыми SCP-объектами. Посмотрите, ребят, что это за монстры? Они, походу, ждут нашей команды или что-то такое, Андрюх, ждут, пока мы что-то будем делать, правильно? Видимо, да, какие-то очень интересные SCP-объекты, судя по всему, ребята. Я не знаю, это, блин, вообще впервые я такие вижу. В общем, пишите в комментариях, да, ребята, что это, кто это вообще и с чем это все естся. Так, Андрюх, я вижу, во-первых, кнопку, а во-вторых, я вижу пушки. Давай-ка с тобой возьмем пушенцы. Я взял биту и щит. Ох ты, Андрюх, как настоящий воин. Ага, конечно, на. На, давай. Да, что, да, не бей, не бей. А вот это наш братишка, да? Ой. Ой, все. Я случайно. Ладно, я нажал какую-то кнопку, Андрюх. Короче, я не знаю, я вышел. Смотрите. Что ты нажал на кнопку? Я не знаю, но она ничего не дала. Вот как я вышел, они все начали драться, Андрей. Посмотри. Блин. Вау. Капец, они уродцы какие-то. Капец, страшилки, страшилки. Кто это вообще, Андрюх? Что это? Нас в угол зажимают, братик. Я не знаю, тут еще какие-то дети, походу, бегают. Какие-то маленькие эти SCP. А, реально, блин. Есть. Видишь, большие, да? Да, есть маленькие, чего? Что за шок какой-то, чё за капец? Угар? Ё-моё, братанчик. Так, стоп, у меня кончились патроны, братан. А у меня бита как бы еще как бы нормально, все под контролем, пока что. Так, ну я калашик еще, Андрюх, один нашел, нормально. Ну давай, давай, слушай, они какие-то жесткие, тут еще какие-то гварды пришли. Я не знаю, а реально какие-то гварды повылазили. Берсерк! Чё, Андрюх, ты где? Давай, 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 фигарь, фигарь, Андрюшка. На, бокс, бой, ринг, на. Ой, у меня закончилось. Красава, брат. Ух, как мне вдарили, братанчик. По щам, было неплохо. Слушай, так, наш друг стал врагом. Врагом? Врагом, врагом. Русский, драга, диги-ди драга. Так, короче, тут лежат биты, Андрюх, надо как-то, я не знаю, сражаться, братанчик, или иначе нам просто хана. Блин, больно? Мы должны этот SCP-эксперимент не то что пройти, Андрюх, мы должны его провалить и при этом выжить и потом отомстить SCP-фонду. Как тебе план? Отличный план, а пушек больше нет, да? Ну нет, походу да, походу все, Андрюх. Ну все, тогда деремся руками. Ну придется, Андрей, так что не трать берсерки и там и все такое. У меня нож есть. Так, а я взял берсерк, Андрюх, я пошел по головам. Просто давай, по головам. Гаси, 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 пацаны. Гашу, 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 просто по головам, ребятки, идем. Давай, братан, у меня сейчас тоже будет берсерк. Так, у меня кончилось все, брат. Сейчас будет у меня берсерк. Так, у меня есть какая-то гитара, все, у меня нету гитары, братанчик. Смотри, смотри. Ну все, на один удар я хватил, братан. Ну все. Так, ну все, нам хана. Нам нечего. На, ногой вот так вот. Блин, Никита, живучий, представляешь? Толстые вообще, ребят, какие-то SCP, блин, супер стрёмные. О, я нашел красную карточку, Андрюх. Ой, точнее, ну-ка. Синюю карточку. А нам нужна красная, я перепутал, да. Блин, а где красная? Я не знаю, может, давай найдем, попробуем? Я сейчас поищу. Я сдохну. Погоди. О, Андрюх, я нашел. Нашел, нашел, красный ключик. Уходи, уходи оттуда, это сзади. Я отошел, отошел. А, это не ты. Уже. Это не ты, фу. А как это теперь пройти? Там кого-то били. Итак, ребят, у нас, короче, вторая попытка, и смотрите, мы поняли свой косяк с Андрюхой, мы убили наших союзников в самом начале, точнее, сделали их нашими врагами, да, братанчик? Ага, косячок. И из-за этого, ребят, у нас, конечно, были проблемы, а теперь смотрите, все, зачистили абсолютно почти всех. Так, Андрюх, давай добиваем вот этих. Бэм! И повара этого тоже. Да, вот это SCP, конечно, но ты не забыл нашу основную цель? Отомстить фонду SCP, Андрюх. Ну, мы выберемся и отомстим вообще на изи. Да, все, я беру, Андрюх, карточки. Так, где-то еще синюю я видел. И красную я взял. Так, всё. Осторожней. Так, и теперь идем, Андрюх, открываем, смотрим, что же там у нас за дверью. Давай. Опа! Опа! А тут пацанята, и тут смотри, Андрюх, были пушки! Мы могли открыть в тот раз. Понятненько, ну и взять ладно. Пушки. Ну, кто ж знал? Ладно, давай, Андрюх, погнали. Бам! Ой. Еще! Капец, какие-то жесткие, слушай, бро. Они прям боссы, а потому что надо вот так катаны их.
Они якудзы какие-то, мафия, представляешь, да, SCP-шная, жесть. SCP-мафия, ребят, вот это капец, может звучит им по ногам? Хайпово. Так, ну-ка, по ногам, да, звучит вообще жестко. И, кстати, вот синяя Андрюх карточка тут и нужна нам сейчас будет. Пригодится, вот. Пригодится. Да, давай! Так, пацаны, давайте помогать, идите сюда, они, кстати, сейчас не могут дверь почему-то пройти. Они застряли, реально. Ребят, давайте проходите, только нас не зажимайте. Андрюх, как, блин, уничтожить, может берсерк взять? Слышь? Ну, да, у меня сейчас смайт есть, ну-ка. Опа, а давай смайтом, Андрюх. На тебе. Давай, смайтом. Да, во-во. Это как он живет-то, столько ударов электрических было. Все, с кайфом. Ну и давай открываем, что тут. Хоп. Опа. Вау. А, все, Андрюх, эти наши союзники остались, но их оставим живых тогда. Их добивать не будем, как раз четверо. Смотри, они не пройдут, Андрюх, быстрее. Ну и фиг с ними. Все, выбираемся, ребят, мы с этого экспериментального полигона и бежим прямиком в лабораторию СИПИ. Сейчас будем, Андрюх, наводить шороху, братанчик. Ага, будем мстить по полной. Да, сейчас будем мстить по полной. Ну что, все, погнали. Давай. Опа, вот мы в лаборатории SCP. Теперь, ребят, будем уничтожать абсолютно всех хороших дэшек, Андрюх. Мы заберем с собой, плохих дэшек мы убьем. И, короче, сейчас, ребят, будем мстить полностью, блин, SCP-фонду. Попробуем сбежать отсюда, ребят. Попробуем всех уничтожить. Ну чё, Андрюх, давай-ка ты с ним один на один, а? Слышь ты, ну чё, ты плохой дэшка? Да, сейчас с тобой побазарю. Давай один на один на ринг. Ну-ка. Ну что, давай, справа тебя, с левой. Давай, ух, Андрюх. Ты крыса, он мне по морде дал, ну-ка. Ну-ка, лежа, он на жопу присел, Андрюх, давай помогу. Спасибо, бро. Ну что, начинаем, 3, 2, 1, все, полетели, ребятки, в приключения. Пау, ну что, гварды. Боятся, ну-ка. Слышь, а это они нас на предыдущий эксперимент отправляли или нет, Андрюх? Видимо, они вот этого дэшку пустили под расход, короче. Ну, вот это материал. Крысы, ребят, вот это тут крысы, эти гварды. Ладно, Андрюх, вот еще их коллеги, давай. О, коллеги тоже минус, походу. Это не коллеги, это калеки. Калеки, уже да. О, скромник, Андрюх, я не знаю, скромника выпустили. Давай. Как с ним драться-то? Фух, убили, нормально. Ничего себе. С одной тычки, Андрюх. О, бывает? А вот эти крысы отправляли ребят на эксперимент, придумали вот этот дурацкий. Похоже на оверайфоню, кстати, они. А, ну да, это какие-то оверайфоню на туре. Все, смотри. Просто домой отправил их, все, ребят, вот так вот. Правильно. Казнить нельзя помиловать. Все верно. Так, ну что, идем дальше, Андрюх? Давай. А тут у нас что? А, тут у нас, видимо, этот был. Чумной. А, да, скромник там у нас был, и теперь идем прямо, Андроид. Ой, я запрыгнул наверх. Спящая Спит. Красавица была. А там этот как его там? Какая? 106-й, блин. О. Старичок, ребят. Самое главное, Андрюх, что мы не попали в его карманное измерение. Это хорошо. Мы бы сдохли. Так, и что у нас тут? Опа. А у-ху! Ой, там джедай, Дарт Вейдер, или кто это? Какой Дарт Вейдер? А кто это? Типа главный, что ли? Нет? Это ICP Вейдер. А, ха. Ну это, слушай, не главный был. Офигеть, что это вообще было? Ладно, Андрюх, иди пока наших дэшек собери всех вместе и потом дальше пойдем. Ага, давай сейчас. Дэшечки, вы где? Дэшечки. Братан, слушай, тут никого нет, никаких дэшек. Никаких дэшек? А, так вон они, смотри, Андрюх, внутри все, фургончики их куда-то увозят. Походу на эксперимент, Андрюх, видишь? Никуда не увезут их. Сука. Не увезут, давай, Андрюх, слышь, всех гаси. Фух, парни, вы чё? Мы вас спасли, освобождаем. Захватывайте этот грузовик, сейчас выезжаем. Давайте, всё, парни. Андрюх, ты что, дурак? Ой, Андрюх, что я сделал? Но придется их убить, Андрей. Блин, а случайно, парни, вы что делаете? Ладно. В общем, короче, мы сбежали, друзья. Вот так вот. Ну что, ребятушки, мы с Диманом переоделись, прикупили шмоточки, связались с нашим тайным шпионом Жориком, и он сказал, что вот в этом здании находится управляющий SCP-фондом. Да, ребят, понимаете, все, мы уехали, сбежали из лаборатории SCP, но мы нашли самых главных, кто ответственный был за все это дело, и сейчас будем их казнить. Жорик, спасибо за пушки, спасибо за информацию. Ну что, Андрюх, погнали, блин. Погнали. Все, сейчас будем уничтожать, ребят, мстить. Полностью. Да. Мстить будем. Ну и кто из вас главный? Сюда. Они все связаны. Одни готовят для главных, спонсируют их. Вот это вот сейчас мы все дочистим. Ну все, ребят, да, чистим полностью настоящую верхушку логово. Жорик, ты че? Айсберг, смотри, там даже дэшек пытали, Андрюх, видел? Вот тут так, дэшки. Но им
походу, это мозги промыли, и они на нас полетели. Ну все, да, фигачим, ребят, абсолютно всех. Вот это да, сейчас мы тут наведем Андрюх шороху. Будут найдены. Да, Жорик, ты куда лезешь? Ты шпион, блин. Да пускай помогает нам Андрюх. Пускай, да, пускай. Ты думаешь, он справится с лопатой, и он же все сдохнет. Да, и мне кажется, все нормально. Давай, нифига у них тут лабиринты в их логове, Андрюх. Эй, ты, бам, с ноги ему, Андрюх, вот ты пират. Так это реально какой-то пират главный, смотри. Давай, давай, помоги мне брать. Ой, у меня, бам, у него бам, рука. Бам, 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 а у меня некрут на месте, серьезно? Нормально все. Давай, ну давай, ладно. Давай, а есть чем по... О, смотри, штык-нож, ну-ка. На, ну вот это разломанная сабля тут, Андрюх, вот, возьми. А, во, о, кусочком, вот таким кортиком, сейчас, блин, мы тут порубим всех, погнали. Порежем, порежем. Шо? Где еще люди? Вот здесь, наверное. Капец, у них какая-то база жесткая, слушай. О, опа! О, смотри, там слева дэшка, тут эксперименты тоже над новичками-дэшками. Вот тут вот, что это? На, они всех, еще все голые, капец, бро. Просто всех, Андрюх, всех фигарим. Я беру тут дробовик и ставлю ну-ка, точки давай над, этого... над ее, братанчик. Давай, забирай у него ее, хочу его мачете забрать. Забери, забери. Просто раздели, блин, дэшек, ребят, понимаете? Что-то издевались, блин, над ними. Вот это о, они крысы. Серк. Бам! Что, ты его зафигарил, Андрюх, этого? Походу, да. Якудзу. Бам! Ну все, вот эта якудза лежит, все. Так. Типичная мафия сосат. Так, не так много, Андрюх, у нас уже осталось. Предлагаю их фигарить в темпе вальса просто. Бам! А жу-ху-ху, капец, как его лопаты огрели. Так, и чего мы тут всех зачистили? Сзади! Бам! Что тебе? Вот чё, это крыса пытался, Андрюх, тебя ударить он этим, понимаешь, блин, дробовиком. Что, остался дробовика? Да, но не получилось. Так, ладно, и погнали. Последняя дверь у нас, Андрюх, красная. Опа. Опа. А вот это главное. Ну все, ребята, это конечная Биба ваша. И Боба, вот это вот. Биба и Боба. Все. Так, все? Да. Ну что, ребят, мы справились с ATP фондом. Оставь Жорика в живых, Андрюх. Вот у нас деньги. Вот на нас сколько зарабатывает ATP фонд на всех ATP объектах, понимаете? Играют тут в игры на деньжище. А мы, блин, Андрюх, там на экспериментах страдаем, да? Несправедливо. Несправедливо вообще. Ну что ж, вот такой вот видосик, ребят, у нас получился. Мы надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на все наш канал. Не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а на этом у нас все. Всем удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья.